Всем. Здравствуйте. Как дела у вас? Хорошо. В прошлый раз мы поговорили о рыбалке, а сегодня поговорим о ягодниках и грибниках. А ты ходил когда-нибудь за грибами в лес? Не, никогда не ходил. Я хожу в лес за грибами. Иногда я желтый глаз, все грибы вижу. Я люблю ягодки, что они полезны для мышц. Какие ягоды больше всего подходят для того, чтобы нарастить мышечную массу? Кислые и зеленые. А я ибо и грибы, и ягоды. Грибы они такие сочные, со вкусом. Да что шумка. Какие ягоды можно встретить в Карельском лесу? Ягодка, малина. Малинка и клубника. И даже морковка. Можно найти еще ягоду, которая самая прикольная и вкусная. Чуника. А ты ее потом зырк фиолетовый. Прикольно. Твоя любимая какая? Морожка. Мне просто хороший запах. А есть какие-то опасные ягоды? Есть. Например, это зрелая брусника. Еще волчьи ягоды, потому что они невкусные. На них тем более может волки посмотреть. А бывает такое, что ты ешь малинку, а там червяк? Да. Что ты делаешь в этот момент? Быстро выкидываешь и обратно ложишь без червяка себя в рот. А как найти в лесу ягодное место? Я знаю, где ягодное место. У нас тут лыжка, а у лыжки много ягод. Ну, только там малина, конечно. Как-то надо далеко идти, надо быстро идти. Потом найти одну ягодку, а потом назад. Надо идти по направлению, ну, вот такой штучки, которая такая круглая, там нарисована красный и синий. Ну, как эта штучка называется? Компас. Надо смотреть на него, куда он ведет, и туда же идти. Лучше идти направо. Правильно, больше ягод. Если ты насобирал очень много ягод, что с ними делать? Быстро, быстро, быстро съесть. Намыть варенье. А как правильно сварить варенье? Правильно сварить. Надо сначала на рецепт посмотреть. Так нельзя просто делать. Но может быть невкусно. Перемешиваешь ягодные. Вот так жмешь на них. Там высоко. Сок вылаживается, и потом все перемешиваешь вместе с ягодами. И получается ягодное варенье. А еще можно из клубники сварить йогурт. Это так вкусно. А продать можно ягодки? Потому что надо ехать далеко в ягодный магазин. А где он находится? Я сама не знаю. Какие бывают грибы? Только ядовитые и не ядовитые. Больше нет никаких. Лисичка. А, я знаю, опята еще. Они прям стадо вот такие. 1, 2, 3, 4. А что делать, если ты нашел поганку? Вот надо есть поганку. Ты знаешь такой гриб, который ядовитый? Мухомор. Очень ядовитый. Вот у меня стул тоже в виде мухомора. А жалко, что мухомор есть нельзя. Да, жалко. Я думала, что его едят только волки и свинья. Они очень любят их. Прям готовы их созвать. А ты знаешь, что есть такой белый гриб? Белый? Еще только не видел. Это когда снег идет. Потому что он туда посадили белый. Thank you.
торпус. А что делать, если ты пошел в лес за грибами, но не нашел ни одного гриба? Не грустить, а есть ягоды. А грибы это вкусная вещь или не очень? Вкусное, конечно. Что ты любишь вот грибное покушать? Просто гриб. Сырой? Просто нормальный. А я люблю только грибной суп. А жареная картошечка с грибами, как тебе? Нормально. Интересно, я еще ее не пробовал. Мечтаешь об этом? Мечтаю попробовать. Кого бы ты взял с собой в лес? Кота сапога. Человека-паука. Он такой быстрый. С кем лучше всего ходить в лес за грибами и за ягодами? С дядюшкой, с тетюшкой. За грибами лучше ходить с бабушкой, дедушкой, с папой, с мамой. Посмотрят грибы. Только нам с папой интересно, какие там грибочки выросли. И, ну и мамам интересно. А что нужно взять с собой в лес, когда ты идешь за грибами? Например, можно взять медведя. Понял, вдруг волки нападут. Вот эту понял я. Можно так вот бутылочку погрязывать. Вот. Какие опасности подстерегают тебя в лесу? В лесу опасная. Волк, медведь, лиса, болото. Кто знает, там есть привидения и нет. А что делать, если ты пошел в малинник за малиной и встретил там медведя? Не бить его, а просто полоскать, погладить. Как отреагирует на это медведь? Вот так, порычит. Как котик. Дедушкой. Если в глаза, он сразу побежит и созовет его. А дедушка-то мой очень старый, он бегать-то не умеет. И ему пришлось потихоньку уходить. А если медведь отберет у тебя твой кувшинчик с малиной, что будешь делать? Просто новые ягоды искать. Я ему бы грибы отдам. Я думаю, что вот такой медведь хорошо не заберет. Так не бывает, что он набазывается и хочет отобрать. А медведь ягоды не любит. Он мед любит и еще и людей любит есть. Людей. А лешего можно встретить? Какого леша? Лесого? Лесого не бывает, даже на болоте. Ты бы хотел с ним повстречаться? Да, хотел повстречаться. Потому что... Можно погладить. Лешего? И какой он на ощупь? Мягкий, шерстный. А он большой. Угу. Большой, большой. Вот такой. Ты бы подружилась с лешим? Хотела бы, но просто это просто мечта. Он бы меня созвал. Он хорошо, что у меня хоть баня есть. Как не заблудиться в лесу? Хранить камушки. Надо куда-то бежать, чтобы были там люди. На компас смотреть. Если ты не взял с собой компас. Ничего больше. Тебя медведь только может спасти. А где переночевать в лесу, если человек заблудился? Например, можно где-то найти дом, чтобы там отдохнуть. В лесу можно построить палатку из веток, из каяпки, из плотиных. Как развести огонь, если ты не взял с собой спички? Камни найти, вот так постучать хорошенько, и тогда разожжется огонь. Какие камни лучше брать? Треугольные. Ну давай с тобой что-нибудь посоветуем людям, которые пойдут в лес за грибами и ягодами. Пожелаю ягод. Очень много грибов. Побольше собрать вот с подосиновика и лисичек и опять ведер 15. Может, не берите, потому что они очень ядовитые. Чего мне, пожалуйста, не ешьте нас за грибы. Нам за еды не останется, если магазина не будет. Пожалуйста, я умоляю вас. Я молюсь вам. Не ешьте нас за грибы. Что у меня есть, то и куятал проверять время, когда человек умрет, когда нет.
вот нажимаю на кнопку, и вот так появляется. Сколько времени до умывания? Сколько осталось у меня? 17 минут. Все, я пошла.